Вы теряете себя в отношениях, то есть вы не понимаете, что мужчине нужна принцесса, а не рабыня Изаура. Надо не вот так вот, а как бы быть сильной, радостной. Ну вот, да, знакомство. Ну вот как девушка рядом с вами. Он очень меня, я очень зависит от него. А вот это и есть как бы то, что вы теряете себя в отношениях. Но это означает, что вы его с Богом перепутали. И что он делает? Искать Бога в жизни. Иначе потеряете мужа. Ну, то есть, если вы дальше так будете себя вести, он, понимаете, когда у женщины унижена, в ней не проявляется красота. Униженный человек, он не выделяет из себя красоту. То есть, он некрасивый. Вот вы унижены, и поэтому некрасивы. Я поэтому вам дал вопрос задать, возможно. В чем его унижение? А в том, что вы... слишком сильно ждете счастья от него. А надо счастье, ну, как бы, служением своим создавать и отношения с Богом. Вы как бы, ну, ждете счастья от него, а он нервничает из-за этого, злится.